Здравствуйте, с вами магазин Автозвук.UA. Сегодня мы рассмотрим универсальную двухдиновую мультимедийную систему с предустановленной навигацией на Vitel на Android от компании EasyGo, модель A170. Поставляется в фирменной упаковке данная магнитола. Давайте рассмотрим комплектацию. Внутри находится инструкция, гарантийный талон, инструкция по эксплуатации, также инструкция по навигационной системе, металлические пластины для фиксации магнитолы в посадочном месте. Дополнительно имеются провода подключения акустики и питания со стандартным разъемом ISO, дополнительные тюльпаны, это аудио-видео, вот также RCA, две пары, два тыльных USB, винтики для фиксации и выносная GPS-антенна. Есть лицензионный ключ на Vitel, навигационный, и сама магнитола. Магнитола небольшая, ввиду отсутствия CD-привода. Имеет магнитола сенсорный дисплей диагональю 7 дюймов, на передней панели кнопочка Reset, слот под карту памяти microSD и также микрофон. Полностью задняя часть — это идет радиатор, по разъемам антенный разъем, разъем для подключения GPS, дополнительные разъемы для подключения тюльпанов, USB, основной разъем для подключения акустики и питания и предохранитель на 10 А. Сейчас магнитолу мы подключим на питание 12 вольт и пройдемся по ее функционалу. Подключили магнитолу на питание. Пока магнитола загружается, можно поговорить о технических характеристиках. Магнитола работает на 4-ядерном процессоре с тактовой частотой 1,2 ГГц. Оперативная память 1 ГБ, встроенная память 16 ГБ. Разрешение экрана 1024 на 600 пикселей. В данном случае это полноценное Android устройство, на которое можно устанавливать любые приложения. Здесь уже есть предустановленные некоторые, но через Play Market можно абсолютно на любой вкус приложения установить, как для настройки, так и для расширения функционала. Эквалайзер предустановленный, имеется, настройку звука можно на любой вкус сделать. Давайте посмотрим, какая версия Android здесь установлена. Подключение интернет можно как через Wi-Fi, так и через 3G модем делать. В данном случае магнитола на версии Android 7.12. Предустановленная, как я уже говорил, навигационная система на Vitel, громкая связь, также здесь присутствует Bluetooth. Помимо громкой связи можно еще через Bluetooth слушать музыку. Все это возможно. В режиме радио, как всегда, доступно 3 диапазона, FM1, FM2, FM3. В каждом из них можно делать память до 6 станций. При покупке на данную магнитолу обязательно распространяется гарантия, дополнительные характеристики и стоимость. Вы сможете узнать на нашем официальном сайте автозвук.ua.